Запомнил. Как облупил. На 5000 почта. Добрый день, вам. Здрасте. Лучшему журналисту Европы. Здрасте. Да. Все пропустили, все пропустили. Вы где-то старые по поступке каких-то людей вспоминаете. Я не понимаю. Это тоже шли от тех, это продолжение. От этих людей. Это продолжение следующее. Это продолжение следующее. Я думаю, что вы Хасанус. Нет, это вы, а мы да. Мы Рожкова. Мы Рожкова. Рожкова. Андрей Николаевич. Они денежка капает. Горячий он герой Украины. Який він герой? Я того нічого не знаю. А кого хочеш? Може бути. Може. За якого собі у нас. Они борются для того, чтобы мы жили лучше. Для того, чтобы я за того пидора вот их силу в Донецк нужно направить. Они здесь. Они только с бабушками воевали. Они просто позицию драли. Почему вы спровоцируете конфликты? Мы разговариваем. Причем здесь мы пришли? Да. Мы между собой общаемся. Да. Мы разговариваем. Конфликт. Спровоцировать конфликт. Зачем? Да нам нечего обижаться вообще. Да никто ничего не провоцирует. Мы уже давно знаем. Обсуждаем. Она провоцирует. Она вот просто не провоцирует. Каждый раз. Ты очень молодая, еще ничего не видела. Сколько можно на рост уже? Я говорю, ты молодая еще. И ничего не видела. А ну ты зачем что? Она открывает ротик, когда мне говорят? А я тоже молодой. Ну так, давайте. Не нервничай. Лена, он страшный. А у вас договор на охрану этого здания тоже есть, да? Да. Где она? Нет? Лена! О, минты. Милиция, милиция. Ой, да, видели. Как вас много. Дармоедов. Мы вас сохраняли. А когда там стояли, миляю кошла. Я не вижу. И пришла даже милиция. Лена, поднимайтесь сюда, Ира говорит. Лена. Наушники один в КПЗ отправлю, муж баландух, не банк. А начальник милиции, когда мы поехали, говорит, да кто-то сказал. Я говорю, да мне сказали. Мне сказали, понимаете? Мы на своей территории, мы на своей земле. Я потрясаю, я знаю всех вот здесь 45 лет. Как вы думаете, я знаю их или нет? Так а что с Беляевки? Ребят. А, нет. Да нет, когда выборы были. Наручники. Да. Так я говорю начальнику. Мы охраняемся. Ребята, как? Потом, правда, приехало руководство, видно, и сразу за 5 минут их быстро убрали, что народ там поднялся, там думали, что с Яной. Она с Янкой? Да что с Яной? Крикните, Яна. Она с Яной? Все, убрали за 5 минут, чудачи. Я тоже. Чего? Я пришла, народная встреча, короче, я пришла, мы высаживаем. Нет, я пришла, мы высаживаем. Стоит. Аж, это что? И ты здесь? Лена, там из Яны стоит. Как без тебя, да? Главное, что семья ручных Войцуховских тоже есть. Не меньшенький, Роман, меньшенький тоже. Ручник пришел, главный, Войцуховский. Да, а вы сегодня будете поднимать руки депутатов? А вы сегодня координируете свистунов, которые будут меня оплевывать или оклевывать? Нет, я буду снимать все, что будет происходить. Да, и ничто. И не провоцируйте. Вы будете поднимать руки сегодня депутатам? Или только руки своим детям поднимаете? Выбрали. Дайте работу. Дайте работу. Он такой журналист, как я с ним. Конечно. Главное, что вы секретарь. Ручной. Провокатор. Я не мог его убить. Он же сам. Он же сам. Ну скажи, ну это же было. Ну ты же сам не провоцировал. Вот если они не придут, не будет. Сделали все условия, которые вы хотели.
Я ничего не требую. Просто ви головний рупор цієї революції. Какой я головний рупор? Потому что меня бесит беззаконие. Беспредел вот этот. Просто бесит уже люди. Громада на сессию будет пускать депутатов? Мы будем пускать тогда, когда выполнят решение суда. По поводу? По поводу регистрации Хасаева Тимура. Это не только его, это нас касается. Это наш голос забрали, это нас право лишили. Голосование. А наши многие депутаты, многие этого не понимают. Вот в чем дело. Иванов, Петров, Сидоров, какая разница, кто? Так они танцуют под Порошенко. Понимаете? Вот тут еще говорить можно. Что скажем вверху, то они ровно. Да. Мы не вот платные. Народ, мы кислород не... перекрыв народу, перекрыв кислород. Вони не Хасаєву перекрили, а народу перекрили. І вот эти 12 чоловік депутатів, вони не розуміють, що ми избиратели їхні, не тільки голови. Ми їх избирали. Ну, якщо вони хочуть по закону, сильно хочуть працювати, відкрити сесію. Ребята, соберіться по закону, подойдіть к Буравльову, хочете в прокуратуру, куди угодно, скажіть, дайте нам працювати. Зарегистрируйте голову по закону, выигравшегося, и решение суда, которое есть, и постанова есть ЦВК, и работайте. Но им не нужен, у них задание другое. Не, вот зачем перевыборы, если Тимур выиграл и с большим отрывом, какие перевыборы, кому они нужны, кому они на руку? Вот там что в Киеве сидит царек. Народ будоражив весь. Що це таке? Він должен помогати народу. От до вас, Порошенко, я обращаюсь. Що ви творите в цій Україні? Ви вже народ посадили, я не знаю на що. Безпреділ. В Україні безпреділ. Геноцид. Геноцид самий настоящий народу. Ви голодомор, голодомор. А що ви робите при цій власті? Это мы сделаем отдельно для Петра Алексеевича. О, специально. Надо сделать. Да. Ребята, дверь закрыта. Дверь закрыта. Колонь его, блин.
надо. Выполните решение. Обнаглели вообще. Я прошу депутатов там в стороне собраться. Решение суда. Ваши депутаты боятся. Решение суда. 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 А не темный. Решение суда. Решение суда. Решение суда. Где закон? Сюда пили нам мыло. Або на нари. Урод. Больник. А надо, надо. Ему место не чувствую. Знаете, я провокатор, честно буду говорить. Сейчас не треба еще будет. Дима! Так что я хочу знать, что подписывает? Регистрацию какую? Депутатов? А те депутаты, которые не прошли, несправедливо, оставили хутор червоный без этих депутатов, это ничего не значит. И кто это сделал? Кто это сделал? У кого ключи? Какая комиссия? Эту комиссию разогнать и расстрелять. Комиссия. Комиссия продавали. Ну, давайте ключи не найдет. Бо никто ничего не объявлял. Сейчас он полиция. Буде друга, як в этом. Себрева. Ну точно. Кто вы такой? Подожди. Да, конечно. Мы уже
Ребята, вам не стыдно? Здорово, Митя,